Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня речь пойдет о дедлайне. Как дедлайн мотивирует? Знаете, самая, наверное, жесткая мотивация, которая ни на есть у нас, это дедлайн, то есть смерть. Когда, вот, допустим, самый распространенный пример, это Артем Нестеренко выходит и говорит: ты умрешь сегодня. Сразу ты думаешь: а, что я оставил за собой позади, что? Да, есть ребенок, да, есть много нюансов, но что я ему оставил? Что? И это мотивирует ужасно. То есть, если бы мне, наверное, тот же самый Артем подошел и сказал: ты умрешь сегодня, у меня, наверное, кипиш был бы до такой степени, потому что для меня главное, я же рассказывала про мотивацию в предыдущих видео, для меня главное — это семья. Что я им оставлю, что я сделаю ребенку? И для того, чтобы это на самом деле прочувствовать, нужно день проживать. Я всегда так живу, но после таких тренингов мне отчетливее понятно становится тот момент, что нужно жить каждый день как последний, и я вам это советую делать. Прибирайтесь в комнате сегодня, делайте сегодня, рекрутируйте сегодня, подписывайте сегодня, покупайте ребенку сегодня, что-то делайте всегда сегодня. Это я, как говорю, это для меня полудевиз, полумотивация, все в одном. Я не знаю, как это вы хотите делать, и не хотите, и не делайте, но для меня это мотивация. И дедлайн — это и есть реальная мотивация, которая дает пинок, заставляющий взлететь в воздух. Спасибо за внимание. Вместе участвуем в чемпионате мира по бизнесу. Всем успехов!